Доброго времени суток, друзья, с вами Аив. Это у нас Battlefield 5 pre-open beta. Так и стала она доступна. Чтобы в нее поиграть, но мы сами не затягиваем. Я не знаю, почему это чудо идет исключительно в 30 кадров. Не знаю, возможно, это какой-то баг, может что-то еще, но тем не менее, мы с вами выбираем Tides of War. И посмотрим, как все это дело выглядит на практике. Настройки графики я уже успел чекнуть, там все вытянуто на максимальные полосочки, поэтому игра у нас с вами будет максимально насыщена на графику, ну я надеюсь и на геймплей. В принципе, в пребете у нас с вами несколько мультиплеерных карт доступно, ну мы сами их, разумеется, посмотрим, стоит ли вообще в дальнейшем ждать релиза, который будет 20 ноября этого года. Посмотрим на графику, посмотрим на геймплей, как он отличается от той же самой Battlefield 1. Ну и вот да, меня уже напрягает достаточно долгая загрузка. Ну, в принципе, для беты это ничего удивительного. Потому что играет не так много человек. Тем более, до этого были проблемы с серверами. Что, в принципе, неудивительно тоже. Так, ну что, это дело у нас с вами подгрузилось, наконец-таки. Tides of War, и мы с вами должны начинается с Forlorn Hope. Первая миссия, 15 противников, play. Я надеюсь, это дело сейчас... Нет, это дело найдется очень быстро, и меня это уже радует. По сравнению с прошлой, это прям вообще ни о чем. Уже 43. Окей. Давайте мы с вами посмотрим, что мы вообще... Нет, детализация мне уже на самом деле нравится. Так, семи-ауто, авто. Ну, давайте мы с этой штукой будем. Посмотрим вообще, что это из себя... А, ну есть хотя снайпера. Ну, давайте мы себе какую-нибудь снайперку намутим. Допустим, вот эту вот. Я думаю, нам этого дела с вами... Деплой. И да, друзья. Мы сами на точечке, в принципе. Наша задача кинуть 15 enemy. Ну, конечно, сенса непривычная мне. Я бы это дело прямо сейчас попробовал поправить, потому что, ну, не очень приятно играть с такой сенсой лично для меня. Поэтому мы сами... Вот это уже поприятнее. Objective A lost. Так. Ну, есть некоторые фризы, но тем не менее игра идет в 60 кадров. На ультра настройках. Так. Ну, я пока никого не вижу. Хотя вроде... Ой-ой-ой. Ну да, мы с вами... Охрененно нас уложили. Окей. Ну, как вы можете видеть, в принципе... Графику... А, нам нужно холдить, чтобы скипнуть быстрее. Окей. Эффекты немножко другие, отличаются от той же самой батвы первой, но окей. Да, надо привыкнуть. Она немножко, игра отличается, разумеется, от Battlefield 1. Графикой той же самой. Я бы не сказал, что прям графика на супер-пупер другом уровне стала, но вполне себе приятная. На ультра настройках так точно. Ну и стабильность по кадрам меня тоже радует. Так. Но тем не менее, нам с вами надо... выбить людей. Ага, и выбьют нас скорее, чем мы выбьем людей. Ладно, допустим. А, можно скипать и на пробел. Или нет, нет, на пробел скипать нельзя. Хорошо. Мы, в принципе, на равных идем, но нам-то 15 киллов надо сделать, насколько я помню, здесь. Ну ладно, давайте где-нибудь здесь упадем. Может, мы просто с вами в самое мясо падаем, поэтому у нас такие проблемы. Мы же как-никак со снайперкой. Ну, окей. Здрасте.
Здрасте, здрасте. Так. Ну чё, я успел увидеть челика где-то там. Ну там ничего не даст, он уже мертвый был. Интерфейс чуть-чуть поменяли. Не могу сказать, что его прям как-то кардинально поменяли. Но чуть-чуть поменяли. Так. Да хватит по мне. Ага, шикарно. Нет, нам с вами надо найти для нас хотя бы оптимальную позицию, потому что, ну, это совсем не дело. Со снайперкой. Тем более, достаточно непривычная какая-то баллистика. Ну, посмотрим. Так. Ага, ready to spawn in. Окей, мы с вами можем наблюдать за игроками. Не помню, чтобы такое было реализовано в Battlefield 1. Так, squad spawn. Squad spawn, окей. Objective Baker has been lost. Ну, первый есть. Начало положено, так сказать, друзья. Начало мы с вами положили. Понятно. Ну и дальше нас тоже положили, потому что мы со снайперки с одной не можем уложить теперь. Спокойно. Ну, не нравится мне такой прицел. Ну, вообще какой-то ни о чем. Так, ну, медиум скоуп. Медиум. А, вот. Есть long scope equip. Давайте мы с вами long scope поденем. Вот это уже должно быть ловоче. Все-таки. Ну-ка. Вот. Да. Long scope это прям уже для снайперов на дальних дистанциях. Ну, то бишь для нас с вами. Ах, твою-то ж. Больно. Клёво, просто. Я не знаю, такое ощущение, что тут 500-е уровни, наверное, играют. Но они какие-то слишком жесткие. Ух ты ж. По-моему, у него какие-то проблемы. На самом-то деле. Реально. Ну ладно. Пацан по голове получил. Не будет ее выставлять. Объект захвачен. Что это вообще такое? А, понятно. Окей, ну давайте Патрика в себе мы отхватим. И на всякий случай. Ну, я больше тут никого на самом деле не вижу. Мы успели уже объект D потерять. Он прыгнул в воду. Больше он никуда не прыгнет. Нет, все. 3 поинта, 2 поинта, 0 поинтов. Мы, я так понимаю... Нет, мы победили. А, Remaining Respawns. Окей, то есть фишка заключается в том, что здесь теперь по количеству респаунов? Ладно, окей. Хорошо. Ага, вот, все. Мы с вами где-то... Где-то вот... 55-е с 12 киллами и 22 смертями. Где-то там, на донышке.
Ну, у нас с вами через полминуты продолжение, но я думаю, здесь мы с вами и закончим. Если вам понравилось это видео, то не забудьте оценить его своим пальчиком вверх. Ну и, конечно же, не забывайте про подписочку на мой канал. Всего хорошего!